Раннее утро. Голицыно. Участники рейда должны пройти по десяткам адресов, где спокойно спят должники по налогам. Суммы разные. Первая квартира и сразу попадание. Собственники на месте. От задолженности не отказываются. Здравствуйте. Задолженность по налогам вы знаете? Налоговую на сверку. 35 тысяч у вас долга. Мы оставляем вам требования, станцию на оплату. Налоговые инспекторы выдают документы, уведомления о долге и квитанцию на оплату имущественного и транспортного налогов. Судебные приставы продолжают свой путь. Времени остается немного. Чтобы застать собственников дома, нужно работать оперативно. Рейды по взысканию налоговой задолженности проходят еженедельно. Уклониться от оплаты по счетам не получится. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».